Я хочу, чтобы в этой стране, искренне хочу, не только я, вот не было того, что сейчас творится, чтобы депутаты занимались своим делом, они говорили, как снимать кино, чтобы хамы, значит, с лозунгами какими-то уже такого националистического характера, значит, этого не было. Чтобы не кидали бутылки в студию, не сжигали машины. Вот в этом смысле я патриот. Я хочу, чтобы эта страна была нормальной, с нормальными, так сказать, ощущениями этой жизни. Я стараюсь в этом смысле держать нейтралитет. У меня просто позиция, ну, стать открытым оппозиционером, я перестану снимать кино. Я не могу без этого жить. Не могу, честно говорю. Это вас сдерживает? Да. Нет, меня не то, что сдерживает, но я еще раз говорю, я пытаюсь эту страну с помощью себя лично и фильмов сделать лучше. Вот и все. Если мне государство на мои проекты, которые я задумываю, дает деньги, я не вижу в этом ничего плохого. У меня такое впечатление иногда, что мы дошли до какого-то сумасшествия. Такое общее безумие наступило благодаря, значит, фильму «Матильда». Наступает какое-то безумие. И все уже не понимают, чего говорят, какие-то вещи возникают. Но при этом, еще раз повторяю, для меня сейчас самое главное. Людей пытаются запугать и запугали. То, что наступило, что мы можем бояться ходить в кино. Конечно, я боюсь за жизнь своих близких и моих коллег, если кидают уже бутылки в нашу студию.